Это просто пиздарики. Я все-таки скрафтил Драгонлорд, да, вы же, наверное, знаете, кто был на стриме. И да, у меня была даунская реакция на упадение, и это уже, наверное, всем было понятно, но я реально был в шоке, ребята. Просто я не понимал, что сказать, потому что я никак не ожидал. Я вот честно вам признаюсь, что я никак не ожидал, что мне выпадет Драгонлор. Последние секунды я понял, что я просрал 18 тысяч. Я, ну, когда еще не увидел сам Драгонлор. И случилось то, что... Ну, я не могу это объяснить, да, у меня до сих пор те эмоции. И, к сожалению, я не могу показать звук с оригинала, потому что музыку заблокировал YouTube, да. То есть вы ее не сможете слышать, и она заблокируется, и без звука будет. Поэтому я оставил свою музыку, и придется послушать мою музыку. Но от этого, мне кажется, ситуация не меняется. Поехали, смотрите, ребят. Именно вот с таким вот лицом я сидел и охуевал. Реально, я в жизни так не охуевал. Серьезно, ребята, я понимаю, что у меня пушка... Только что выпала пушка, которая стоит 100 тысяч рублей. Да, около 100 тысяч рублей. Минимум за эту пушку отдает 80 тысяч рублей. Максимальная стоимость ее 150 тысяч. Я был реально в ахуе. Я не мог сказать ни слова. Я просто был в ахуе. Реально. Я понимал, что мне выпал Драгонлор. Конечно же, понимал, но... Я не знал, что мне говорить. Я не знал, как, что делать в этой ситуации. Потому что я никак не ожидал, что мне выпадет Драгонлор. Никак. То есть я не был готов к этой ситуации. Поэтому, ребят, простите меня за эту реакцию, если кому-то она показалась какой-то непонятной. В общем... Я не знаю. Я старался быть максимально искренним. С вами был Акул. Пока, ребят.